Друзья, всем привет, давайте посмотрим на интересный проект, который оформлен в виде игры. Хотя это и не совсем игра. Bors Riders. Итак, всякие скучные дяди в пиджаках сидят, трейдят и пытаются угадать курсы валют на Форексе, сидя в офисе и наблюдая скучные графики. Мы же можем попытаться спрогнозировать курсы и заработать на этом, но в более игровой обстановке. Поэтому для нас и был создан проект Bors Riders. Мы выбираем одну из лошадок, франк, фунт или иена, дальше смотрим на ее забег в течение 30 секунд. Валюта с самым высоким темпом роста или с самым низким темпом падения становится победителем гонки, и мы можем заработать x2 от ставки. Обращаю внимание, что хотя это приложение оформлено в виде игры, в ней используются только реальные курсы валют. Bors Riders запартнерены с Exchange API, и все изменения обменного курса, происходящие в ходе забега, могут быть подтверждены этой платформой. Обычно аналогичные проекты не пользуются данными третьей стороны, поэтому с их стороны возможен обман, а тут невозможен. Давайте попробуем показать наглядно. Для участия нужно зарегаться на сайте, но поскольку я уже зарегистрирован, я просто нажимаю кнопку «Войти». Дальше нажимаем «Старт», и кому интересно попробовать, можете бесплатно покрутить демо-режим, но я буду играть на эфир, поэтому я пополняю этот сайт. Подождем, пока моя транзакция подтвердится, и обращаю внимание, что пополнять можно 6 видами криптовалют. Так, мои деньги пришли, и я поставлю, наверное, на иену. Ставим $5. Давай, иена, я за тебя болею. Нажимаем старт. Так, 3, 2, 1. Ну, давай. Мой первый забег должен быть победным, я думаю. Давай, 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 давай. Блин, куда ты бежишь-то? Давай скорее. А, 20 секунд еще остается. Ну, в принципе, наблюдать довольно интересно. А, идут почти вровень, но... Блин, может быть, моя в конце вырвется вперед? Или я просто не угадал с этой иеной? Давай, иена, давай, иеночка. Нет. Давай, 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 давай. Прям в конце вырывайся, вырывайся, вырывайся. Ах. Ну что ж, это игра, проигрыш, я сыграю еще раз. Только теперь уже поставлю, наверное, на фунт. Поставлю уже $10, чтобы отбить свою потерю на первой ставке. Ну, я надеюсь, что смогу отбить. Но, как я сказал, здесь все должно быть честно, поэтому я на это, конечно, повлиять не могу. Ну и, к счастью, не могут повлиять создатели этого сайта. Давай, давай, ё-моё, давай, заработай мне денег. Давай, 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 давай. Так, мы пока лидируем, пока все хорошо, остается 13 секунд. Я надеюсь, что у остальных лошадок сломаются ноги во время забега, а наша лошадка прибежит самая первая. Ну вот куда, куда верхняя бежит? Ура, я победил. А, играем еще раз. Видите, у меня уже $32. Так, ну я думаю, что надо франк не обделять, тоже на него, наверное, поставить. Поставим опять $10, ставка. И нажимаем старт. Ну давай, давай, давай. Против франка, конечно, мне болеть не хочется, против фунта. Но, тем не менее, играем за франк. Я надеюсь... Нет, кстати, я ошибся, по-моему, этими названиями монет. А, поскольку я их по значкам не знаю. Ну, в общем, не суть. Болеем за первую лошадку. Болеем за первую лошадку. За вторую лошадку хорошо, что мы не поставили. Она где-то отстает. Ну, по-моему, сейчас, кстати, может и иены выиграть. Ну-ка, давай, давай, поднажми. Проигрыш. Ну да, это франк, это фунт. Похожие слова. Так, ну что, может поставить $15? Или не горячиться? Ну, поставим 10 снова. Ставим на фунт. Давай, фунт, ты первый раз нам принес деньги. Давай сейчас тоже повторим это. Давай, давай, полетели, полетели, полетели. Блин, они все в красной зоне сейчас. А, две лошадки. Фунт и иена. Ну, что-то я, по-моему, промахнулся со ставкой.
Давай, давай, вперед. Но, кстати, если вы проводите какие-то анализы, знаете, как будет колебаться цена, может быть, вы сыграете лучше. Давай, 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 поднажми на финише, на финиш выигрывай. Нет. Ну и сыграю еще раз, наверное. Поставлю опять на мою любимую иену, что ли. Или кто там первый пришел? Первый пришел франк, по-моему, да? Двенадцать у меня долларов осталось. Ну, как раз я их и поставлю. Фух, на старт. Давай, лошадь, будь человеком. Победи. Победи меня. Давай. Бери разгон. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Нет, по-моему, она снова отстает. Наверное, надо было учитывать опыт предыдущих игр и не ставить на нее. Но, хотя она тоже может победить. Давай, последний рывок сделай. Наверное, если я ставил бы на фунт, то я бы побеждал чаще. В общем, вот такой интересный проект, думаю, суть вы поняли. Во время гонки можно было удваивать или утраивать ставку, но это у меня что-то вылетело из головы. И если я что-то упустил и остались вопросы, можно их задать в чате поддержки. Они трудятся 24/7, трудятся над чатом, трудятся над улучшениями. И вообще видно, что разрабы заморочились. Они добавили фирменный Minecraft стиль и купили для своей игры лицензию. Вот вы можете здесь почитать об этом. И этим, кстати, еще раз подтверждается честность игрового процесса. Короче, я думаю, игра найдет своих почитателей. Ну а если вы играть не хотите, то участвуйте в партнерке. Можно заработать до 50% дохода площадки. Принимают все виды трафика, поэтому если вы адовый СММщик, заходите и тоже присмотритесь к этой игре. На этом все. Спасибо, что досмотрели. Всем бай!